Мольба – оружие. Мольба и защитные слова подобны оружию, а результат применения оружия зависит от того, кто применяет его, а не только от остроты лезвия. Если оружие без изъяна, и рука, держащая его, сильна, и отсутствуют препятствия, то врагу будет нанесен серьезный вред. Если же одной из этих трех составляющих не хватает, то ожидаемого воздействия не будет. Если мольба сама по себе неподходящая, или обращающийся с мольбой не делает это языком и сердцем одновременно, или есть препятствие, то она не даст результата.